Конструкционно окно состоит из трех основных узлов. Первый — это получается сама крепежная рама, на которой все вешает. Далее идет стрела, поворотная стрела, которая в сторону смещается по 30 градусов в каждую сторону. И сама лопата. Получается, лопата здесь над этой трехметровая. Вот сзади также лопата снабжена колесами, опорными колесами с регулировкой. И, соответственно, по гидросистеме. Вот два гидроцилиндра. Первый гидроцилиндр – это управление стрелой налево направо. Два выхода, рукава к БРС-кому. И второй гидроцилиндр – это, получается, авторазворот лопаты. То есть можно регулировать угол под 60 градусов. И плюс саму лопату можно полностью развернуть.